я понимаю, начало выходных. Погода отличная. Практически сейчас мы встречаем рассвет, солнце еще не поднялось. И мы на море, на Балтийском море. Ну и кто сказал, что море должно быть летним? Море просто должно быть. Меня предупреждали, что может быть сыро или холодно. Я была готова и к дождю, а вот на такую погоду будто и не рассчитывала. Солнце только встает, но посмотрите, как все ярко вокруг и как контрастно. Картинка без всяких фильтров или эффектов. И тем не менее, никакие видеоформаты не способны передать всю глубину цветов и оттенков Светлогорска. Город курортный, конечно, жизнь здесь просыпается ближе уже к обеду. В 9 утра на набережной еще пусто, рестораны закрыты, в основном кафешки и всякие такие заведения открываются уже в 11-12. Но все-таки здесь есть один ресторан, который работает круглосуточно. Он находится в отеле Grand Palace. За моей спиной красивое здание. Туда мы пойдем завтракать на берегу моря. Роскошный зал, панорамные окна с видом на море и никого. Сонное царство. Видимо, все постояльцы отеля еще спят, поэтому мы с мужем наедине наслаждались утренним кофе. Кстати, несмотря на раннее время, можно было заказать любое блюдо из меню. На моем сайте house-tv.rf подробные отчеты о ресторанах. А сейчас хочется скорее вернуться на улицу. Променад, пожалуй, основная прогулочная зона у моря. Через несколько часов появятся торговцы украшениями из янтаря, свои двери откроют кафе, приедут гулять калининградцы. А пока не очень людно, можно подурачиться. Бродить у моря в утренние часы – это идеальное начало субботы. Да что там субботы? Любого дня. Спешить не хочется и не нужно. На променаде установлены такие лавочки, которые лично мне напоминают шезлонги. Здесь можно развлечься, вытянуть ножки, откинуть голову и наблюдать за морем. Если посмотреть со стороны, видно, что променад похож на мост. Пешеходная дорожка на сваях словно зависла в воздухе. И я на этой необычной лавке будто парю между двух стихий – землей и морем. Эх, летом тут, наверное, вообще здорово. Но, кстати, не все ждут тепла, чтобы ощутить все прелести отдыха у моря. Самые отчаянные решили не ограничивать себя в чем-то из-за такого пустяка, как время года. Подумаешь, зима. Здесь еще и купаются в такую погоду, плюс 2 на улице. Не знаю, сколько моря, но человек полез в воду. А что? Отличный песчаный пляж. Солнце вовсю светит. Жаль, я купальник с собой не захватила. А то тоже бы сейчас нырнула наверх. Конечно, утащить меня от моря сложно, но все-таки Светлогорск интересен не только на берегу. Исторический центр находится на холме. От солнечных часов туда ведет широкая лестница. Кстати, о часах. Раньше люди точно были умнее, если могли по ним определять время. Все бы ничего, правда, цифры не совпадали. Инструкция есть, но, признаюсь, я что-то так и не разобралась. Светлогорск – не особо оригинальное советское название, которое город получил в 1947 году. До этого он именовался Раушен и входил в состав Восточной Пруссии. Первое упоминание об этом местечке относится к 1258 году. Во время Второй мировой войны войска Советского Союза взяли город практически без разрушений. Сохранились кирхи, скульптуры, отели и вместе с ними очарование немецкого курортного городка. Вот гуляешь здесь по этим улицам, в том числе по частному сектору, и как-то такое ощущение, как будто оказался в сказке. Все такое милое, такое аккуратное. Кажется, что в этих домиках должны жить какие-то гномики и принцессы.
Светлогорск очень зеленый. Такое ощущение, что когда его застраивали, планировка улиц имела второстепенное значение. Есть, например, тротуары, которые изгибаются, чтобы обойти дерево. Или вот, забор маневрирует среди сосен, оставляя их то снаружи, то во дворе. А домики будто разбросаны в лесу. Вот такой гармонии города с природой я, пожалуй, еще нигде не видела. Новые особняки тоже строят с учетом ландшафта, как кажется. Дворы не спрятаны за двухметровыми бетонными заборами, они лишь обрамлены изящными коваными ограждениями. Такая открытость местных богачей, например, моего мужа, впечатлила чуть ли не больше, чем все остальное. Гуляя, мы забрели в своеобразный частный сектор. По маркам автомобилей и по размерам домов понятно, люди здесь живут обеспеченные. Но среди роскошных соседей есть и такой, даже не дом, а половина дома. Видимо, владелец левой части был сговорчивее и продал свою собственность. Ну а обладатель, так скажем, правой палочки Твикс до сих пор живет на этой престижной улице. Светлогорск мне показался очень ухоженным и чистым городом. Он настолько чистый, что любое неприродное вторжение кажется вопиющим. Вот гуляем, и вроде бы такой свежий воздух, проезжает машина, и чувствуешь, как пахнет бензином, выхлопными газами. И думаешь, вот когда идешь по Тверской в Москве, там просто сотни машин проезжают, и ничего не чувствуешь. Исторический центр небольшой и компактный. Можно обойти за час. Ну, а можно и при желании весь день гулять, даже по одним и тем же улочкам, и при этом открывать новые детали. В небольшом Светлогорске достаточно интересных уголков. С навигацией проблем нет. Очень много указателей, которые помогают сориентироваться. Все основные достопримечательности рядом. Вот, например, церковь преподобного Серафима Саровского. На туристических картах она чуть ли не на окраине Светлогорска, а по факту идти минут 10 от основных прогулочных троп. Это, пожалуй, самый необычный храм, который я когда-либо видела. Он устроен в кирхе. Русская православная церковь. Внутри храма там нет таких куполов или каких-то золотых украшений. Там такие бревна через всю, весь потолок. Иконы, конечно, иконостас, свечи, то есть такой не богато украшенный православный храм, достаточно аскетичный. Евангелическую кирху заложили в 1903 году. Во времена Советского Союза использовали, как и большинство религиозных сооружений, не по назначению. А в 1992 году здание было освящено как православный храм. У многих церквей в Калининградской области похожая история, поэтому и выглядят они не так, как, например, в Ярославле или в Москве. Но главная достопримечательность и визитная карточка Светлогорска – вот это сооружение. Башня морской водолечебницы. Среди собратьев в Восточной Пруссии ее называли самой красивой. А это уже новый объект. По стилю янтарь-холл, конечно, выбивается из общей архитектуры. Но сейчас он становится очень популярным местом. Здесь проходит большинство концертов в регионе и летний музыкальный КВН. Дольше всего мы искали вот эту достопримечательность – макет средневекового Кёнигсберга. По уверениям авторов проекта, именно так выглядел город в первой половине 16 века. Но сейчас, конечно, все изменилось, и из того, что за моей спиной, можно, наверное, найти разве что кафедральный собор. Каким вы представляли себе город рыцарской эпохи? Средневековый Кёнигсберг в первой половине 16 века был таким. Ну, конечно, побольше в размерах. Макет выполнен в масштабе 1 к 120. Замок-крепость окружали три города. Сейчас, конечно, Калининград едва ли похож на эту глиняную реконструкцию. История была с ним довольно жестока, но об этом в другом ролике. Спросите меня, какой отдых на море без шашлыка? Да, я тоже чаще бываю на южных берегах, и это блюдо там коронное. Но в Светлогорске его готовят не хуже, чем в Крыму, например. А в кафе «Новый очаг» даже забываешь, что за окном всего плюс 2. Прекрасное мясо, свежие овощи и над столиками пальмы.
Тем временем Светлогорск уже немного проснулся, и на набережной появились первые столы с янтарными сувенирами. Но зачем покупать, если вот оно море, которое и приносит на берег застывшую миллионы лет назад смолу? Говорят, что в Светлогорске янтарь можно найти прямо на берегу, и во время шторма этот камень его выбрасывает сюда, на песок. Пойдем посмотрим, может быть, мне удастся найти какой-нибудь уникальный экспонат. Янтарь я так и не нашла. Море-то его выбрасывает не в виде бусин. Может быть, какие-то оранжевые камушки были янтарем, но зато я нашла в Светлогорске весну. Здесь она, кажется, наступает раньше. По крайней мере, в Москве в конце февраля еще лежат сугробы, а на берегу Балтийского моря уже даже верба распускается. А еще здесь потрясающие чайки. Они словно ручные щеночки, кормятся прямо из рук или ловят хлеб на лету, вот так. Кстати, упавшие кусочки эти гордые пернатые не подбирают, оставляют голубям. Я бы стояла так бесконечно. Балтийское море потрясающе красивое. Синий цвет насыщенный, он здесь такой северный. Но на солнце бликуют сотни оттенков, вплоть до небесного голубого. Ну и кто сказал, что море должно быть летним? Очень яркая природа, и это даже еще деревья не распустились. Мои глаза просто чуть с ума от радости не сошли от такой палитры. У каждого здесь свое счастье. Ну и сам город, конечно, очень милый и приятный. Он больше похож на какой-то большой парк. Не так много дорог, больше пешеходных улиц, а дома, отели, рестораны разбросаны среди деревьев. В этих домиках должны жить какие-то гномики и принцессы. И хорошая новость, в Светлогорске строится много новых квартир. Может быть, ну ее Москву. И лучше копить на апартаменты у моря. Светлогорск нас встретил просто потрясающей погодой. Конечно, шапку я доснимала, донаневала. Все-таки конец февраля и прохладно. Но солнце светит весь день, с самого утра. Мы встретили здесь рассвет, сейчас встречаем закат. Уезжать не хочется вообще. Вернусь.